Hellos Amigos. Многие просили из вас дать второй шанс этой игре, хотя не понимаю зачем. По-моему, что говнище просто мега очевидное, просто более очевидного говна я еще не видел, но... Че, смотри на радар? Как будто на радаре бомжей видно. Ну, где-то они, видимо, ворвались. Ну так вот, в этот раз без маски, потому что жарковато довольно-таки сейчас. И в маске париться вообще не хочется. Однако эта бомжиха одинокая ворвалась, и все, уже тревогу поднимает. Это, наверное, мастер-класс по заколачиванию дверей сейчас будет, да? О, еще один. Важно не дать шанс, не дать им обрести равновесие, короче. И сходу забить их этой... А ты откуда взялся, дружище? И мусорный бак не давал мне пройти. Это уже третий. А, они сверху валятся, что ли? Ну, как я уже говорил, сложности в этой игре абсолютно никакой нет. Бам. Ваншот. С мозгами у них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это не сосед, не друг, не родственник. Они да заткни мертвы, ты уже свой а хавальник. Твари украли их лица. Ёб твою мать. Навеки не задержат, но замедлят наверняка. Мне кажется, что... Я, блядь, даже забыл, о чем хотел сказать, пока этот пиздюк толкал свою очень важную речь про то, как важно помнить, что зомби это зомби. А, я назову эту биту КВ-2, потому что она тоже ваншотит. Сейчас она сломает мою баррикаду, я на нее доски, между прочим, потратил. Я еще и дамага отхватил. Этот чувак вообще сквозь стену выбежал только что, по-моему, потому что он не мог пройти, не попав в мое поле зрения. Не мог выйти из дверей. А больше ему взяться вроде как неоткуда. Молодец. Но несколько тварей прорвались раньше. Прикончи их. Уже бегу их искать, конечно же. Ёб твою мать. Ну, как работает этот долбанный инвентарь. Я уже понял, да, прочитал уже не раз, что это... Игра является портом с какой-то там консольки, разработанной вроде как Ubisoft, что джойстик это, вернее, геймпад это такой сенсорный полупланшетник какой-то, где инвентарь весь, короче, и еще какие-то настройки производились на сенсорной панели. Ну, как раком стоит. Ай, грех по жопе не дать. А, весь замес происходит в одной комнате, что чрезвычайно динамично и интересно. Бомжи нападают по одному. Зомби в этой игре, несмотря на то, что должны быть ордой, они дерутся честнее многих гопников. Они вот один на один постоянно. По очереди, по очереди. Могли бы толпой навалиться и съесть меня, но они нападают по очереди. Кодекс чести тру зомбаря блюдут. Убивает все ощущение опасности, как бы вот эта вот херня. Вот еще один. Мне даже их искать не надо, они сами придут. Я говорю, принцип игры Killing Floor реализован просто в идеале. Думаю, знаете, как проходит с Killing Floor? Вы садитесь жопой в одну комнату, поближе к магазину, и сидите. К вам сами придут. А единственное, для чего вы в Killing Floor игроки бегали по уровню и убивали, и сами искали зомби, чтобы убить, это потому что внутри команд, дух внутрикомандного соревнования, как бы набить денег, купить себе ствол, кинуть сдачу своим друзьям, показать какой-то противопехотная мина? Да вы, блядь, издеваетесь. Есть идея. Пора бы нам прогуляться по окрестностям Букингемского дворца. Если тебе повезет, все побегут прогонять чумных, и ты проберешься внутрь. Букингемского дворца. Нам пора прогуляться. Но если ты вылезешь из своего командного пункта и прогуляешься вместе со мной, будешь прикрывать меня, мне спину, мужественно бить зомбарей ножкой от табурета, так как это делаю я, тогда пожалуйста. Если же нет, то пошел ты нахуй, чувак. Fuck you, реально.
рынок на Brick Lane. Рынок на Brick Lane, я так понимаю, это самое часто посещаемое место. Нет, 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 цель пока что не туда идти. Цель опять посмотреть в мониторы. Очень правдоподобная игра. Даже если там все кишит тварями, это лучшая возможность разжиться оружием. Очень правдоподобная игра в том плане, что после зомби-апокалипсиса, конечно, конечно, будет у всех своя конура, мегакомпьютеризированная по последнему слову техники, то есть 4 монитора подключено, сеть камер в городе, конечно, все это будет. Это тру-симулятор просто, прям трушный, трушнейший, блин. И, к слову говоря, мне кажется, что в сериалах и фильмах про зомби и прочую хрень, про постапокалипсис, я уже это, по-моему, не раз говорил, все любят, чтобы главные герои по максимуму куда-то передвигались, то есть ехали к какой-то цели, что-то делали. То есть, чтобы... Ну, движение — это жизнь. Жизнь — это движение, как бы. И в сериале, как бы, движение — это смысл. Потому что если показывать фильм... То есть, ну, мало удачных фильмов про то, как во время зомби-чумы зомби... люди где-то спасаются, сидя, да? Этот чувак, который вышел без планшета, вот он здесь, короче... тусовался. Недалеко он ушел без его планшета, надо сказать. Странно очень. Ну так вот, история помнит очень мало удачных фильмов, где во время зомби-чумы герои сидели бы на жопе где-нибудь, сука, на месте. Например, есть олдфажный такой зомби-фильм про то, как кучка людей спасалась в торговом центре. Вот, ну я не помню, просто «Рассвет мертвецов» или «Закат мертвецов», там все названия, короче, «Что-то мертвецов». Тогда все так называли. Ну и вспомните после... Ух, тварь какая! Сравните... фильм тот, значит, имел кое-какой успех по меркам зомби-фильмов того времени, очень даже неплохой, потому что зомби-фильмы до недавнего времени были жутким трэшем, то есть малобюджетные абсолютно все. Ну, может, не абсолютно все, но полное большинство. Вот, а тот фильм так был такой крепенький, такой середнячок, в общем-то. Ну, а когда уже даже в мегапопулярном сериале «Ходячие мертвецы», он мегапопулярный, именно мега, блин, не просто популярный, а сверхпопулярный сериал. Как только включили второй сезон, запустили, где главные герои решили посидеть на ферме, пожить дружной фермерской семьей. А в интернете пошел мощный вайн повсюду. То есть, какого хуя они сидят? Чё, блядь, ничего? Сериал скатился в говно. Ну, так многие считают, в общем-то, я тоже, что... Ну, о том, собственно, и речь, что неинтересно смотреть, как герои сидят на одном месте. Но это знаю я, но, видимо, не знает Ubisoft. Потому что у Ubisoft-то... Сейчас он заткнется. Потому что у Ubisoft-то вся вот эта игра про зомби построена на... о том, что у тебя есть убежище, что убежище надо защищать. А для того, чтобы его защитить, надо найти доски, молоток, камеры ходить включать. То есть смысл игры — выживание в условиях, когда у тебя есть какое-то убежище. Это полный бред. Это не круто. Ну, может быть, не полный бред, да, может это можно интересно реализовать, если ввести в игру элемент РПГ. Крепенький такой мощный элемент РПГ, где ваше убежище может улучшаться какими-нибудь там автоматическими турелями, хрен знает что еще, там будут регулярно нападать орды зомби, реально орды зомби, не как вот сейчас по одному, а реально вот толпы. Тогда да, было бы еще, может быть, интересно. Но убежище тут, походу, не прокачивается. Ни о каком улучшении пока что речи вообще не шло. О том, чтобы приводить туда других людей, тоже не шло, да? Но это был бы Dead Rising уже от первого лица. Ну так Dead Rising, Dead Rising интереснее, чем вот это. В два раза причем. Не знаю, может быть, вся суть игры осталась на Nintendo Wii, но о чем тогда думали... господа из Ubisoft, кроме как о своем кармане, когда делали переиздание той игры на ПК. Ведь это полное говно. И, конечно, я скипну эту нахер загрузку. Зачем мне постоянно смотреть? Я считаю, что загрузки должны скипаться автоматически, коли уж возможно их скипнуть. Вот эти микрозаставки или как...
Говорят, что Black Silver знатно залесплеил эту игру, советовал всем в этой игре отыгрывать роль, и сам же успешно отыграл роль Мокрощёла, визжа при встрече с каждым зомби. Но это я сам не видел, мне так пишут, причем разные люди пишут. Даже недавно, кто пришел на канал, откуда-то узнали о моей любви к некоторым топовым летсплейщикам. Не все так просто. Вы скажите, знаете, а он как бы акцент таджика он отыгрывал? Не, я как бы знаю, что он не таджик, но сходство-то есть определенное, да? Было бы классно посмотреть летсплей по выживанию таджика в условиях зомби-апокалипсиса. Это новинка была бы, такого я еще не видел. Жиль, бери начальника! Начальника, я дверь заколотить! Начальника, дубина насель. О, вода по колено. Труба течь, джамшут очинить. Что-нибудь типа того, короче. Фу. Просто визжать в этой игре, господи. Ну, Мокрощёл, он и в Африке Мокрощёл. Вообще, просто я уже не раз говорил, что мокрощёльство сейчас в моде. В моду вошли пацаны, которые ссутся. И не только над скримерами. То есть, ладно, да, когда в игре скример стрёмный. С, как бы... Как бы такая тема, что... Неважно, насколько человек храбрый, смел, скример, он и есть скример. То есть, внезапное нападение, внезапно кто-то выпрыгнул, человек инстинктивно... начинает побздюхивать себе в задние карманы джинсов или шорт. Нету места. Ну да, я же доски с собой таскаю. Здесь я не знаю, есть ли сундук, где можно было все выложить. Это я не в курсе. Зачем доски с собой таскать, которые занимают целую ячейку в инвентаре? Вообще, очень классный инвентарь. Вот прям реализмом отдает, да, что... шоколадка и три доски здоровенных занимают одинаковое количество места в инвентаре. То есть тут ни вес никакой, ничего. Ячейки инвентаря ограничены. Это такой Resident Evil, блядь, 89-го года. А, я понял, без камеры у меня нет карты. Тут нужна отмычка, тут нужна еще что-то. Но, о. Это же знак убежища, да? Фонарик-то садится. Фонарик-то в этой игре вообще говнище, блядь, такое по качеству. Он, знаете, он проигрывает в пух и прах первому изданию игры Metro 2033. Она, вспомните, какого года вышла. А вот эта игра на консоли вышла в 2012 году. То есть вы оцените просто масштабы бедствия, да? То есть графика, вот игра вышла от Ubisoft в 2012 году, это же, блин, там Assassin's Creed уже, новые везде графики всякие красивые. И что в итоге? Так, это здесь. И в итоге на консоли, на которую они там хотели, ну, форсили со страшной силой, как говорят, вышла такая отсталая говничная графика, блять. Кто купит такую консоль, где игры выглядят вот так вот, просто какой-то вечный туман, игра света, тени и дыма отсутствует полностью, да? Просто полное говно. Пошли в жопу птицы, черт. Улетела моя сегодняшняя... Улетели мои цыплята табака. Я знаю, кому понравится эта игра. Тем, у кого комп не тянет ничего мощнее, чем Left 4 Dead, например. В условиях, когда комп не тянет навьё, люди становятся ценителями древности. Это надо в сборник золотых цитат просто эту мудрость записать, потому что...
мне кажется, она отражает мнение очень большого количества людей об играх. Комп не тянет, игра говно, оптимизация говно. Все. Да откуда, блядь, вы беретесь-то? В костюме, блин, в костюме английского этого. Он при жизни, наверное, стоял. Королевский дворец сторожил. Жандарм, о, это даже в шапочке. Эй, батька Махно, смотри, что у меня есть. Да, пистолет здесь, конечно. О, Иван Петрович, да. Руку отстрелил. Даже две руки отстрелил, а голову не отстрелил. О, у этого что-то нашлось. Два патрона. Сразу видно, кто из двух часовых стоял с ружьем на посту. Англия просто страна небогатая. Так, убрать преграду. Очень, кстати, веселое занятие убирать преграды здесь просто. Опа. А сзади бомж в каске. Ты что, скотина, сзади подходишь, а? Ты эндонаст? Камуфляжики, ну, патроны нету. Ну, конечно, были бы у этого зомби патроны, он бы постреливал. Мы в сталкере-то видели стреляющих зомби. Так, ну и что это мы? О, я вижу, винтовка на столе лежит. Кто-то тут смотрел телевизор. Газетки, все, жопу будет чем подтереть. Отлично. Доски, нахрен они мне нужны. Рюкзак полон. Я знаю, куда потратить. О, создать преграду. Все. Доски потрачено. Опа, так, даже патроны брать некуда. Ну, начинается. Начинается моя любимая фигня, как бы. О, вот это надо выбросить. Энергетик. Лечение слабое. Выкинуть. У меня как бы две аптечки с собой. Нахрен мне ваш энергетик. Теперь надо назначить быструю кнопку. Все. Че это, дробовик или охотничий? О, да из такого, блядь, еще, сука, Робинзон Крузо, наверное, стрелял там. На острове, блядь. О, нифига, сейчас мы, походу, испытаем. В ту-то никто не ломится. Как там это? На бедро? А, тут же не присесть. Я хотел имитировать стрельбу англичан времен войны какой-то там древней. Я по телеку смотрел, короче, как воевали. И кино какое-то. Первая шеренга, короче, на колено встает, вторая стреляет у них над головами. Эти пока на колени стоят, типа заряжаются там шомпул, пыжик, блядь, порох. Вот эта вся хуйня. Короче, вообще огонь. И напротив, короче, на поле, на ровном стоит... Вражеская другая армия, точно так же, та же самая схема. То есть, представьте, да, две толпы встретились. Сначала враги в вас, вы дали залп, у вас там некоторые померли, да, потом вы в ответку бахнули. Тоже кого-то убили, короче. И так, пока одна из сторон не победит. Я охреневаю такие... Тогда, наверное, генералом быть было вообще самое простое занятие на свете. Никаких тактик, ничего. Ну, судя по тому фильму, так-то мы, конечно... Надеюсь, понимаем, что в войне тактика и стратегия была всегда. Даже, наверное, в самых первобытных войнах. Ну, чё только троянский конь стоит, да? Блять, это же насколько должна быть скучная игра, чтобы я пиздел про троянских коней, блять, в игре про зомби. Корону защитит. А властям-то плевать на всех, кроме себя. Корону защитит. Бог помогает только тем, кто помогает себе сам. О! Это что такое? А ты чё мычало-то свою в каску спрятал, а, засранец? Думаешь, что я тебе, блин, из Макарыча не уделаю? О, снимите-ка головной убор в моем присутствии, мразь. А вам, гражданин, что надо? Сзади-то никто не материализовался. Сейчас, погоди, я прицеливаюсь, чувак. Ладно, экзекуция затянулась. Аста ла виста, шлюха. И так надо было сдуть дымок, который вился бы из моего ствола. Если бы ситуацию описывал, не знаю, Тургенев, наверное. Заперли? Да уж, очень кстати. Придется вскрывать. Ищи инструмент. Конечно, ищу.
Я ищу, кому мычало разбить своим своей. Шлем, кстати, можно было бы и забрать. Юплей, действие выполнено. Пошел в задницу, Юплей. Я презираю эту программу. Я хотел, чтобы мне дали ключик на бетку Rainbow Six, мазафака, чтобы записать. Неужели кто-то выжил? Пока не дают. Да бетку, наверное, нельзя записывать. Ох ты, а у них в армию геев берут. Сзади подкрались. Да, просто отходишь назад и угощаешь этих тварей свинцом. К сожалению, оружие очень древнее, поэтому оно как бы не наносило урона современным обладателям бронежилета. Я думаю, что пора употребить аптечку. Чё значит бросить? Ты, блядь, совсем дурак? Брось ее в себя. Вот, использовать все. А, и то не полностью. Ой. Я не понимаю, нахрен эта турель нужна, если она развернута не туда, куда надо. Сколько патронов-то у меня в этом? Вот что вот это за прямоугольнички? Это 3 патрона или чего? Или означает, что примерно на глаз патронов до хрена? О, лопата, нифига. Это, наверное, оружие тоже рабоче-крестьянское, да? Да, это оружие. Посмотрим, как совковая лопаточка. У нее есть режущая часть, так как бы я по умолчанию назначит. Батюшки-сратюшки. Граната. После того, как вы выдернули чеку, мистер Граната вам больше не друг. Все мы видели эту рекламу, эту памятку, эту картинку. А как выбросить это говно из моего инвентаря? Я как бы хочу взять пулеметную ленту с собой на всякий случай. Вот эту. А места-то нету, потому что оружие из инвентаря не выбрасывается. Нахрена оно мне нужно, непонятно. О. Улучшение внешне, короче, ни хрена пистолет не изменился. При улучшении. А рукопашное оружие улучшать нельзя. Очень интересно. Необычный оригинальный. Божественно. Просто. Игра поражает меня своими возможностями. Здесь можно поспать в позе эмбриона. Это очень круто. Ой, мама. Столько достойных игр вышло в 2012 году. А это отродье лягушатнического разработчика вышло только в 2015. Не будучи, вернее, полностью неконкурентным вообще ни с чем, конечно, если вы вообще хоть что-то, если вы хоть немножко разбираетесь в играх, хоть немножко цените игры, знаете в них толк, то как бы это не может нравиться вообще ничем. В этой игры нет ничего, она абсолютно Чумные идут. Ну давай, трепероносцы. Такого пулемета, мне кажется, у них должны ноги отрываться и конечности вообще любые, как это было в фильме в том же Рэмбо. Ну, отстреливать бомжей, сидя за стационарочкой, это, знаете, вообще просто одно из самых тупых занятий, наверное, в мире. Ладно, если вообще любая стрельба из-за стационарного пулемета — это тупейшее говно. Но стрелять по зомби, которые еле ходят. Они даже подходить не успевают, понимаете? В чем дело, как бы. Это вообще полная печаль. Пулемет косой, целиться из него нельзя. Выцеливать не нужно. Все до ужаса примитивно. Убого. И ладно бы, если искрометно весело. Ну так нет, это скучно. Бомж упал со второго этажа, но не сломал себе ноги и не ползет. Он как бы бежит дальше в бодрую атаку.
Если вы думаете, что у меня кончатся патроны, да, они кончатся. Вот эти бронированные уроды сейчас даже достанут меня, видимо. Были у них хороший шанс это сделать. А, значит, патроны в чемоданчике, это значит для турельки. Господи, да ты в кадр-то войдешь? Он был очень хорошим солдатом при жизни. Он продолжает нести своего товарища в бой, в атаку, как бы даже как, став зомби, инстинкт солдафона преобладает и доминирует в его сознании. Вы видели, да? Он подбросил, говорит, вперед. Мы возьмем это укрепление. Это ни в коем случае же не баг, когда он просто споткнулся об тело, и тело подлетело, потому что... И тело подлетело. Потому что это же 2015 год. Я не верю, что даже Ubisoft не способен делать в 2017 году такую отъявленную херню. Но похоже, к сожалению, что это именно так. Ubisoft в 2015 году за 1200 рублей в Steam продает это дерьмо всяким лохам. Меня поражают люди, которые покупают это. Сейчас кризис на дворе, многим нелегко. А кто-то может позволить себе покупать вот такое дерьмо за 1200 рублей. Да. Отыгрывать роль. Я даже, блядь, даже не знаю, как, какую роль я могу отыграть в этой игре. Понимаете, герой слишком лох. Моя роль была бы это ездить на крутой тачке в кожаной толстой куртке с дубиной или топором и просто убивать зомби. Выкашивать их популяцию с утра до вечера, 5 дней в неделю, 2 дня выходных с какой-нибудь шикарной тёлкой, которую бы я непременно спас. А то и несколько... Я был бы как Дюк Нюкем постапокалиптического мира. Я бы спасал бывших стриптизерш, моделей видеочатов. Хотя нет, они животные. Их бы я не стал спасать. А, они не должны давать потомство просто. Это отвратительно. Человечество выродится просто в таком случае. Но и, в принципе, и девочек с химфака тоже. Тут уже с потомством тоже довольно напряженно будет. Но уже с моей стороны как бы. Да. Аттракцион безудержного веселья. Море скримеров. Жанр ужасов поднят на новый уровень, как я уже говорил, да, Ubisoft'ом. Ubisoft'иной. И самый ужас, что я играю в эту отвратительную херню параллельно с Hardline'ом, который нарисован, в котором вода на асфальте уже почти что... Уже лучше, чем в реальности я ее вижу. У меня, возможно, зрение плохое. Но здесь вода. Здесь вода такая вода, что просто вообще... Еще и в сравнительном вот соотношении двух игр вот это выглядит еще хуже, как бы. Я что-то с камерами, походу, не сделал, да? Потому что здесь цель игры-то все это камеры включать, а я и не включил. Почему-то. Да-да-да, точно. Вот же. Оп. Mission complete. Motherfucker. Нет? No. Uncompletely. А, ну да, мне ж туда надо. Ох ты, елки-палки, как весело. О, зато взлом какой необычный, ты ж посмотри. Вот и вход. Учти. А, все? Там не берет, так что пойдешь самостоятельно. Взломщик-то я от бога просто. Кто-нибудь напомнит, The Thailand 1 в каком году вышел? В 2009, да? Или 10, может быть. Ну, максимум в 11. Он был примерно в раз в овер дохерища лучше, чем это зомби. Потому что я думаю, любая другая игра про зомби лучше, чем это. Я думаю, что даже Амнезия лучше, чем эта хуйня. А Амнезия и Outlast. О, вот сейчас я дрогнул, так и быть. Ну, полускример такой.
Амнезия и Outlast — это инди-игры от инди-разработчиков, то есть от людей, которые делали игры практически на свои карманные деньги или собирали там на кикстартере. А эту игру делал Ubisoft, одна из ведущих, один из ведущих разработчиков нашего времени. Ну, при всей моей ненависти, да, к Ubisoft, глупо отрицать то, что разработчик, он один из крупнейших, он очень богатый, я уверен, что Assassin's Creed принес им море денег. Но все это море денег не было потрачено на разработку этой игры. И на разработку вообще игры, я думаю, они тратят по минимуму, потому что игры абсолютно одно и то же. Что ты делаешь, идиот? То есть там Assassin's Creed за другим Assassin's Creed'ом дальше, да? Сейчас они какие-то... The Crew, гоночное ММО, да? Сейчас выйдет еще этот... Как его там... Ну вы поняли, тоже, короче, сетевой шутер, как он там называется по-хитрому. Вот, короче, ну где видос-то показывали, где чувак там убивал своих друзей у вертолета. Как называл? Блять, у меня дивергент почему-то, сука, в голове крутится. Там что-то типа синдикат или как это, блять. Дивизион, ёб твою мать, вот. То есть Ubisoft, а как бы любое ММО, это как бы, ну... в сторону заработка шаг, да, то есть больше денег хочется разработчику. Но очевидно, что любая вот ММО приносит больше денег, чем синглплеерный, да, там как бы не был прекрасен Ведьмак, а World of Tanks заработал больше, например, да, ну, короче, больше, чем самая любая игра, учитывая пиратство там и прочую херню, да, но ММО-то изначально вообще бесплатные игры, допустим, там дополнительные плюшки за золото продаются, и то игры приносят деньги на этом. Ну вот, Ubisoft, то есть, очень-очень хочет деньги, но тратят они их, видимо... Может быть, они потратили деньги на то, чтобы вернуть нам бабло за Мистрали, я не знаю, может, тупо на шлюх и бухло, но на эту игру они потратили денег примерно меньше, чем стоит пара кирзовых сапог. Я просто вообще не знаю, что я несу. Я просто охереваю от того, что я до сих пор сижу и играю в это говно. Просто потому, что кто-то попросил, кто-то создал голосование в группе, я видел. Как будто оно меня волнует. Не помню, сказал ли я в начале или нет, но уже не так много времени у меня на эти игры. И как бы теперь надо внимательно уже начинать выбирать, на что это время трачу. Тем более, что основняк это сейчас вообще этот... War Thunder, который реально принес мне недавно 112 вот подписчиков за день практически в одно лицо. Ну, кто-то, да, может, и на зомби подписался, но в основном War Thunder, конечно, просто доминирует. А надо там и танки покачать, и играть поучиться, да, то есть нельзя же там у кого-то взять танк там немецкий, начать там на нем гонять и опускать его. Надо сначала как бы, ну, научиться понять, что ты умеешь на этом танке, что ты не умеешь. Поэтому приходится технику вкачивать ручками. Это время-времюшко. О, какой классный спуск вокруг. Круговая лестница просто времен, знаете, такого Дума. Мне показалось, что это автоматы лежат, но хер там плавал. Времен Дума первого или Квейка. Вот бесконечные круговые спиральные лестницы. Зачем-то это здесь сделано довольно уродско. То есть локации абсолютно однообразные, неинтересные. Что военная база, что магазин выглядят абсолютно совершенно практически одинаково. Ну там только БТРы на военной базе, да, стоят. Все, короче, вы просили дать этой игре второй шанс, я дал ей второй шанс, теперь эта игра дважды говнище, я надеюсь, вы счастливы, так что можете что-нибудь написать, что-нибудь нажать, и адьё.